Главное судебное разбирательство по делу экс-главы Минздрава Ельжана Биртанова и бывшего вице-министра Олжаса Абишева назначено на 26 мая. Суд отказал им в повторном возврате уголовного дела на дорасследование прокурором. Ранее с таким ходатайством вновь обратились адвокаты подсудимых. Они требовали устранить допущенные нарушения во время следствия. Отказ судьи объяснил тем, что это может затянуть процесс, и пообещал, что все обстоятельства будут тщательно изучены во время главного разбирательства. Напомню, бывшего министра здравоохранения Ельжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, именно они приняли в эксплуатацию нерабочую информационную платформу, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 1,5 миллиардов тенге. Сам Биртанов отверг эти обвинения.